Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух граждан Республики Казахстан. В прошлом году соучастники, проживающие в Кургане, решили нажиться на продаже БАДов жиросжигателей. Они организовали доставку биодобавок, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин из Республики Казахстан в Россию. В сети интернет злоумышленники создали сайты с указанием ассортимента, стоимости, а также возможности через сайт приобрести сильнодействующее вещество. Один из обвиняемых получал товар в Кургане. Он формировал посылки для отправки заказчикам как бандероли первого класса с наложенным платежом. С какой целью находитесь в городе Кургане? Вообще с целью лечения и бизнес. Какой бизнес? Таблетки. Какие таблетки? Что вы с ними делали? Для похудения. Что вы с ними делали? Продавали. Другой злоумышленник отправлял посылки в различные регионы России. В марте прошлого года о преступном бизнесе узнали сотрудники УФСКН России по Курганской области. В областном центре из свободного оборота они изъяли 18 бандеролей с сильнодействующим веществом общей массой около 3 килограммов. Суд приговорил обвиняемых к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Елена Швецова, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».